Строили, строили и, наконец, построили. В Иванове, наконец, завершено возведение крытого манежа для футболистов спортшколы «Текстильщик». Благодаря средствам федеральной целевой программы воспитанники секции теперь смогут заниматься при любой погоде. Объект вошел в программу в 2011 году, а строительство началось с 2012 года, с середины 2012 года. В принципе, достаточно быстро этот объект был построен. При поддержке федерального бюджета, Министерства спорта и туризма, основная часть средств федеральных в данном объекте, вот, и немножко областных. Общая стоимость объекта 106 миллионов рублей. Корпус долгое время был одним из спортивных долгостроев. Проект нетиповой, поэтому комиссия Минспорта дважды отклоняла его. И все же строительство завершилось. Теперь в Иванове будет профессиональный футбольный манеж, отвечающий всем требованиям. Тренировочное поле 48 на 32 метра с искусственным экологичным газоном. За последние годы условия для детей очень выросли. И то, что этот зал построит. Построили и сдадут, это уже нам отдушина, потому что мы раньше занимались в каких-то залечках маленьких, а здесь у нас уже будет пространство и время. Воспитанники школы ждали этого дня с нетерпением. И вот, наконец, красная ленточка перерезана. Новое поле должно положительно сказаться на качестве обучения юных футболистов. Ведь не секрет, что эта спортшкола одна из немногих может по праву считаться кузницей талантливых игроков. И, быть может, именно этим парнишкам с горящими глазами предстоит в будущем бороться со стереотипами о российском футболе. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.